Все перенеслись, да? А это вы ведете пока съемку? А я думал, что все. Это ваше дело, давайте. Хорошо. Да. Покажите ваши руки. Руки? Улица около нас была, улица Толстого, короткая, теперь она иначе называется. И я на ней с санками. И вдруг гудки все гудят. Все гудки гудят. Что такое? Говорят, Ленина хоронят. Но если Ленина хоронят, это значит январь 24-го года. Это мне уже 5 лет было. Ленина хоронят. А подробности жизни дома, предметы? Да, ну, конечно. Конечно, дело в том, что мама моя уже работала. Она уехала в Ростов работать, а меня оставила в Кисловодске с бабушкой и дедушкой. И дедушку, и бабушку я хорошо помню. Много чего у нас было в нашей жизни. Они меня учили Богу молиться. Они были добрые люди? Они были очень верующие. Дед мой вообще был замечательный человек. Он мне... Собственно, был за отца, потому что отец умер до моего рождения. Отца я никогда не знал. Отец мой после третьего курса Московского университета добровольно ушел на войну, прошел всю войну, вернулся, вот уже к невесте, к будущей жене, пожил 3 месяца и на охоте погиб. Дурацкий, совершенно дурацкий выбор. А дед мой был совершенно замечательный человек. Он начал жизнь батраком. Ничего у него не было. Он из Таврии пришел на Кубань и батрачил. И так несколько лет батрачил, но так хорошо, значит, он работал, что ему хозяин, в конце концов, через несколько лет дал несколько овец, корову и все, кажется. И с этого он начал хозяйство. И до того поднял, там дешевые были земли, когда-то начал земли скупать, устроил имение в 2000 десятин. И был крупный производитель зерна и шерсти. Угу. Прямо большими транспортами отправлял зерно и шерсть. Никакой совхоз, там совхоз теперь рядом, такой совхоз не работал так, как он работал. А какой он был, вот добрый вы спрашиваете или нет, а вот очень просто. Когда, значит, произошла революция, естественно, его все это отобрали, и ему не на что было жить. Так он, его поддерживали его бывшие рабочие. В течение, на моей памяти, после революции, в течение 10-11 лет, пока он был еще на свободе, они его поддерживали все время. А кому не поедет, ему телегу всякого добра дают. Ну вот можно судить, какой он был хозяин. Ну вот, а потом он кончил в ГПУ. И судьба его неизвестна. То есть вы до сих пор ничего не знаете? Ну уж теперь где? Теперь никогда не узнаю. В Армавирском ГПУ. А бабушка? Бабушка умерла немножко раньше этого, просто от болезни. В чьих руках тогда ваша? Нет, так я только был с ними, я с ними был только до 5 лет, до 5-6 лет, потом приезжал к ним на лето, а потом я уже с мамой был в Ростове-на-Дону, я все время жил с мамой. Я все время жил с мамой, и таким образом я стал ростовчанином. Ну вот видите, город Ростов в языковом отношении, конечно, не то, что нужно русскому писателю. Я потом нагонял годами, уже во взрослом состоянии, то, что потерял на нечистом русском языке в Ростове. Очень смешанный язык. Да.
очень неправильное произношение. А почему это происходит так? Ну, так произошло от населения, многонациональное население. Юг вообще развивался отдельно от центральной России. Проникновение разных языков, культур. Разных, да, и язык искажался по мере передвижения к югу, искажался. Тут накладывался украинский диалект. И все это создало... Почему я потом, когда приехал в Среднюю Россию, впервые попал сюда уже перед самой войной, я ахнул, как тут говорят, и с тех пор все время жадно искал русский язык настоящий, ну и нашел его. Там было и казачество, и украинство, и греков очень много, армян, евреев, кавказцев. Все насмешно, перемешано. И поэтому русского языка там не было хорошего. А как характер складывается при этом человеческий? А характер складывается, ну как, на меня, на мой характер больше влияние оказывало суровость советского времени. Суровое время. Меня воспитывали в вере в Бога, а начиная из школы веру выкорчевывали. Но вы затаили в себе это? Я долгое время держал, а в конце концов поддался этой обработке, пошел на этот диалектический исторический материализм, увлекся им, и веру я потерял. И очень характерно, что в студенческое время, так у меня сложилось, всю школу я еще держался, ну, к концу школы кончилось это. И вот потом мне студенческое время, предвоенное, 5 лет, я был совершенно нерелигиозен. И много лет спустя, когда я стал разбирать свои старые письма, попытки писать произведения, я был поражен душевной пустотой своей. Вы видите, просто поразительно, я сам, вот мы с вами говорили, что когда человек может сообразить, сообразить самому человеку нельзя. Я когда-то жил, я жил полной жизнью, энергичной, активной жизнью. А прошло много лет, я уже в изгнании читаю старые свои все такие сохранившиеся архивы и поразился душевной пустоте. И, конечно, мне это совершенно понятно. Это была безрелигиозная полоса. Вот почему. Вы знаете, иногда говорят, что настоящая вера невозможна без воспитания и образования. Без образования – это неправильно. Без воспитания – да. Без воспитания, конечно, потому что если вот мальчишку пустить, как Маугли, просто так вот по траве ходить, у него может, и, скорее всего, и не зародиться. А может быть, и зародится религиозное чувство, а может, нет. Как вам сказать, вот в студенческое же время мы с другом спускались по Волге на лодке. В Казани купили лодку, в Самаре продали. Не так-то и много. Ну вот мы ехали, просто в лодке ехали, вообще мальчишки. И мы зависели от погоды на 100%. От ветра, от дождя, от всего. У нас и укрытия никакого не было, ничего. Мы стали буквально на день ото дня суеверны. Не скажу, чтобы верить в Бога, нет. Но суеверны до страсти. Боимся какой-нибудь приметы, не так сказать, не так сделать. Так что, конечно, и в природе человек может начать чувствовать над собой эти большие-большие силы. Но ясно, что религия передается воспитанием. Она передается от поколения к поколению. Мне вот, значит, удалось от родителей, дома мне это удалось. И от матери, и от тети близкой. Все это удалось в самое такое лютое советское время укоренить. То есть познание, в постижении веры, образование не столь значимо. Образование совсем не значимо, нет. Но ведь надо же знать. Вы знаете, не обязательно.